В Екатеринбурге прошел областной фестиваль-конкурс фольклорных казачьих коллективов и исполнителей со всей Свердловской области. На территории усадьбы Ашурковых представители местного казачества и гости из других городов Среднего Урала собрались, чтобы принять участие в фестивале «Казачья доблесть, следуя традициям. 70 лет Великой Победы». Более 150 участников со всей Свердловской области собрались сегодня в Центре народной культуры Среднего Урала, чтобы представить культурные, исторические и военные традиции казачьих войсковых обществ. В рамках нашего фестиваля-конкурса сегодня проходит большое количество мероприятий. Это открытие выставки, посвященной казачеству. Вот. Там предметы этнографического быта, фотоматериалы, родовые реликвии, которые представлены казачьими обществами, и, ну, семейные фотографии военного времени казаков, которые прошли через Великую Отечественную войну. Вот, кроме этого, тут ярмарка, казачье подворье. Гости фестиваля смогли приобщиться здесь к исконно казачьей культуре, быту и традициям. Основу экспозиции составили живые, настоящие вещи, собранные в музеях и в домах жителей. Это предметы старины, утварь представлена, собраны это все из школьных музеев, взяты экспонаты, далее были взяты с подворья Атаманова гора, это музей под открытым небом. Те условия, в которых проживали казаки, то есть это курень, предметы, которые находились в казачьем курине, все это вот как раз таки мы сегодня представляем здесь. Я думаю, что это очень хорошее мероприятие, проводить их нужно, с пользой, с толком, так как подрастающее поколение, молодежь должны воспитываться на традициях нашей истории. Во время конкурсной программы жюри также отбирал лучшие коллективы и исполнителей казачьих песен и хореографии Свердловской области. Всегда волнительно петь, прежде всего, перед людьми, которые, или петь, или выступать перед людьми, которые как бы болеют тем же самым, которые как бы, ну, более, что ли, критически это все осматривают. Да, перед своими всегда тяжелее. А два лучших коллектива или исполнителя отправятся в город Оренбург для участия в региональном войсковом этапе всероссийского конкурса «Казачий круг».